Толкайте речь, Владимир Иванович. Рудик, мой любимый друг. Голос у меня после операции. Хороший голос. Скрипучий, как у комара пискуна. Но я скажу, что я люблю этого парня, который не стареет душой, который всех нас объединяет, конечно, собирает, веселит, радует наши души, сердца. И он вечно будет жить в нашей памяти в веках, ибо он открыл для нас, для всеобщей радости, великого шансонье всея Руси Аркадия Дмитриевича Северного Звездина. Ура! Это его заслуга. Ура! След